Добро пожаловать на канал Hardrest Info. Перед нами устройство Infinix Hot 11S. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве включить режим энергосбережения. Итак, открываем настройки. Спускаемся вниз. Выбираем марафонская выносливость. И выбираем режим оптимизации. Это нажимаем включить. Это и есть режим энергосбережения. Но есть режим ультраэнергосбережения. Нажимаем включить. Вот и все, мы вошли в режим ультраэнергосбережения. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.